Наверное, все-таки нужно прокомментировать ситуацию с Глебом, потому что это разлетелось по всем пабликам. Вчера мне Глеб позвонил, ну, извинился, если как бы мне было неприятно. Но я даже не стала, ну, обращать на это внимание, потому что я знаю, как Глеб может шутить, его черный юмор. И как бы, ну, честно, меня это не цепляет. Ну да, ну как бы Ваня, у него другое восприятие, и ему, понятное дело, было неприятно. Но они тоже поговорили. Я вообще как-то по-другому чувствую людей. Вот то, что кто-то говорит, стебется, у меня тоже, знаете, юмор еще ого-го, я могу там где-то пошутить с людьми, к которым действительно я хорошо отношусь. Так что я не вижу в этом какую-то проблему. Ну, я это не воспринимаю близко к сердцу. Ну, пошутил и пошутил, и что? Я знаю, что он так не считает. Это самое главное.